Итак, всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в CSGO, и это режим на парнике, и, ух ты, каких разных, и у нас, ой, чё-то плохо уже, а, блин, я забыл уже из-за них, чё, о, попал, карта лайк, это я вроде говорил. Да вообще вроде я все сказал. Может и нет. Ну ладно. Он с зиглом как-то очень странно играет на самом деле. Их не игрок. 108 пинг у него. И, ну, очень странную. Меня вот это очень сильно поражает. То есть, как он играет? Это... Какого он вообще уровня должен быть? Чтобы он так нас выигрывает. Блин. Так, минус один. Минус еще один. Итак, успех. Сеттрек, да? Да, сеттрек. Я был прав. Световую гранату еще я куплю. Так, Галил, моего напарника. МП5СД. МП5СД тоже неплохая вещь. А то все автомат бей, пизду. Так. Контратакуй. Ух ты. Откуда? Ну чё, меня успел обойти, что ли? Ай-яй-яй, новое. Не очень хорошо. Новое это плохо. Ай-яй-яй, флешку кто-то кинул. Ух ты! Нет, он на самом деле очень странный. Че? Я шоу был. Бля, не слышу, что. Он очень странный. Как минимум, тут для затягивания. Да, я опять с этим. Ну все, последний раз был. Нет, флешки там не было. Это я был. На улице один. Откуда он меня был? Откуда? А, понятно. Так, броню. Так, бизон. Вот так. Короче, сейчас залетаем по этим сразу. Я флешечку закидываю. Ух ты. Как нехорошо, да. Он, судя по всему, где-то далеко, блядь. Все,
Я его слушаю. Главное, чтобы он меня не стрелял. Но я должен был, буду его убить, по идее. У меня бизон, у него ВП. Так, СГ. И у меня бомба. Он мне, скорее всего, бомбу как раз скинул. На улице один был. One shot. Я вот так вот сделаю. Он заходит. Да ебать нахуй. На воде. Ай, я не успел. Да ничего страшного, деньги есть. Жаль, что не успел ВП взять. Лет я имел в виду, что ты опасался, потому что он с ВП не снял. У него тоже СГ. Ну все, снайпер остался. Где он сидит? Где-то на крыше дома. Так, тут его нету. Где он? А это не наш. Дефьюз. Все. Я всех двоих убил. Ой, все, хп у меня осталось. Так, последний раунд. И все. Я вот так закруглю сейчас. В самом начале проигрывали, сейчас начали выигрывать. Как-то даже не было странно. Нет, он очень странный. Вот это шоу, он очень странный. Запустил. Это я проебался вообще. На разминке я не мощнее играли, кстати. Мощно играл, которая сейчас имеет 4 кило противник. Он мощно играет с диглом. Да хуй мне его диглом, блядь, вообще. Саси, это они сами или откуда? Я просто понять не могу. Блин, зачем? Смысл? Второй ставь, смотри. Он не взял. Ай-яй-яй, не убил. 11 хп только. Мало. На втором этаже был один. Да косой он, чё-то. Да откуда, пиздец, блядь. Вот пидорас. Бывает такое. Блин, ново. Ладно. Вот так ново. Один без.
Главное, чтобы на улице с той части не вышли. Не выйдут, будет круто. Закинул туда. Типа бесполезно. Так, ты ж Саш попал мне, не успел. 2700 у меня маловато денег. Так, броньку и бидон. И вот так. Слева от тебя. А ты ж. Нехорошо закинул смачок. Нет, у него там походу еще и просмотры через стены есть. Потому что, блин, это очень странная игра идет. Пора так поменять. Понизу идти. Потому что странно играет. Он очень странно, я так скажу, играет. На улице. Я, пожалуй, к этому дому подойду. Так. Я сейчас на крышу залезу. Ой, я упал. Он у машины. Вот как? 16 хп только снял одним попаданием. Ладно. СГ. Так вот. Попробуй сгешку поиграть, поснимать их. Ай-яй-яй-яй-яй. Все убило. Подбежать. Так, я сейчас им закину туда огненную смесь. Может, им помешает. Да, она им помешает на какой-то момент, ненадолго, но все. Дальше я уже бессилен, потому что с ВП-шкой, ой, с ВП-шкой, с СГ, дальше пистолет только. Так, снял его. Так. Вон стоит. Стоит слева. Я не понял, как я в него так не попал.
не думаю то, что это прям такой игрок. Я думаю, это покупной аккаунт и с читами. Потому что очень жесткий игрок. Я не думаю то, что это прям с самого нуля был аккаунт. Потому что если с самого нуля, то это какой должен был быть тогда аккаунт? Какой аккаунт был? С какого времени должен быть этот аккаунт создан? Блин, нет тут. Ладно. Let's roll. Ну, блин, по игре понятно, что он жесткий. Тут два варианта. Либо он меня знает, либо этот человек очень жесткий, ну и там уже разветвление идет. Либо читы, либо он прям с самого нуля, прям так начал играть. И до такого докачался. Ох уж. А, СВП. Ну, СВП я попал бы. А вот с оружием, там, с автомата. Вот так, например. Было бы тяжело пока. Я попал, но это тяжело было. Условно, правда, ну... Всё же. Так, ты ж... Убил. Слева будет у нас авапер находиться. Авапер снять надо. Ай, ну ножи! Все, уложил. Лежать и бояться. Ну и все. Так. Броню. Мне сейчас ломать. Все сломал. Блин, и у меня тиммейт стоит. Стоял. Ага. Что это у меня сейчас в меркости был? Нет, P250 нет. Мне P250 не нужен. Так, 1-0, пока мы ведем. Это хорошо. Ну, это только начало. Пистолетку мы взяли. У нас не только пистолетка есть. Не только пистолетка существует. Блин, я один остался против двоих. Один прошел. Поставил, попробовал и... Ух ты. Два варианта. Он либо меня видел, либо... это... Читы. И у меня денег особо нет. Кайф-сейвен. Сейчас аккуратно играть надо. У меня тоже кайф-сейвен, потому что через улицу. Ух ты, 6 хп. Это с чего он так по мне стрелял? Так, ты ж. И он мою эмку взял. Нова, блин, плохо. Тут юз сейчас нужен будет. Потому что попробую бешеный поиграть. А, кроме юзпа у меня нету такого оружия. Да как я его так не убил? Два попадания только. Блин,
Это очень странно, то что два попадают. Я так кинул, нужно было близ кидать. Нужно было по двери кидать, по сути. Блин. Сейчас тогда ничего не покупаем. Буду с P2000. Юзку возьму. Я сейчас буду на снайперов копить. Я с СГшкой поиграем. И меня слил он. Очень быстро, кстати. Это странно. Да, метры стопаем. Ну ладно, бывает. Я бы тоже его, скорее всего, не убил. А, СГ. Вот так вот. ФСМ. И тут уже на атаке. Блин, у него тоже снайперская винта. О, как не так, что-то. Блин, зря я же стрелял. Не нужен был сейчас. Нет, у него не зря. У него вапа, блин. Он зря вапу купил. Мы проигрываем жестко. И он с вапой сидит. Будет сидеть. Это суицид. Оу. Вдвоем с авапами они. Жестко. Они жестко сыграли. Бизон. И вот так вот. Let's go, let's go. Кстати, у меня я единственный с команды, кто имеет киллы. Гоу. У меня же бомбат. Мне только за бомбой следить. И все. Вот тот противник глупо сыграл. Очень глупо сыграл противник. Они бомбу забрали, но теперь поздно. Возможно, он меня пошел обходить, но вряд ли. Маловероятно все же. Да, противники жесткие тут точно. Так. Ну, конечно, дома не полезный, там... Ух ты. Блеск был. Чё? Он дефьюзил? Он разве дефьюзил? Чего? Я вообще не слышал, как дефьюз пошел. Я, блин, сижу, думаю, чё он не дефьюзил?
Не слышим дефьюз. Фу, вдвоем тут меня зажали. Ну все, последний раунд. Ладно, сейчас попробую крат. Сейчас сгэш. Не знаю, получится или нет. Но постараюсь. И у меня еще и бомба. Бомба. Вот. Аккуратненько он сыграл. Его аккуратность до чего довела. Сейф, АВП, АВП. Типа, блин, ты идиот. Сейф, АВП. Нафиг АВП сейвить, если последний раунд. Я как будто не знал, то что нужно делать. Жестко сейчас идет. Один на один мы остались, я снайпер, блин. Не очень. Не получилось близко. Ну ладно. На этом я буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока.